на ожидание, уточните, пожалуйста, правильно ли я поняла, вы осуществляете регистрацию транспортного средства, не состоящего на регистрационном учете? Да. Для обращения за услугой необходимо предварительно записаться на портале государственных услуг госуслуги.ру или на официальном сайте мэра Москвы мос.ру. Для оформления данной услуги необходимы следующие документы. Заявление установленного образца регистрации автомототранспортного средства или прицепа. Документ, удостоверяющий личность заявителя. Документ, удостоверяющий полномочия заявителя на представление интересов собственника транспортного средства при наличии. Паспорт транспортного средства. Документ, удостоверяющий право собственности на транспортное средство. Документ об оплате госпошлины за регистрационные действия, связанные с выдачей регистрационных знаков, свидетельство о регистрации транспортного средства за внесение изменений, выданные ранее в паспорт транспортного средства, предоставляется заявителям по собственной инициативе. Государственные регистрационные знаки транзит, если они выдавались. Для юридических лиц выписка из Единого государственного реестра юридических лиц предоставляет заявителям по собственной инициативе. К осмотру необходимо предъявить транспортное средство. На момент обращения за услугой полис ОСАГО должен быть оформлен. Предоставляется заявителям по собственной инициативе. Что касается способа подачи документов, в том случае, если вы обращаетесь как физическое лицо зарегистрировать транспортное средство, совершить регистрационные действия можно в подразделении ГИБДД, автосалоне или следующих центрах услуг «Мои документы». Окружного значения по ЦАУ по адресу Пресненская набережная, дом 2, торгово-развлекательный комплекс «Афимолл Сити». Окружного значения по ЮЗАУ по адресу Новоясеневский проспект, дом 1, торговый центр «Спектр». Окружного значения по ЮАУ по адресу улица Кировоградская, дом 13А, торговый центр «Колумбус». Окружного значения по ВАУ по адресу Щелковское шоссе, владение 75, торговый центр «Щелковский». Окружного значения по ЮВАУ по адресу Рязанский проспект, дом 2, корпус 3, торгово-развлекательный центр «Город». Окружного значения по САУ по адресу Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 8, торговый центр «Метрополис». Услуга предоставляется по предварительной записи по живой очереди с выдачей талона электронной очереди. Уточните, пожалуйста, вам удобно записаться на портале государственных услуг госуслуги.ру или на официальном сайте мэра Москвы мос.ру. Ну, я хотел бы на мос.ру записаться. Правильно ли я понял, что мне нужно это физически на этой машине туда приехать, да? К осмотру предоставляется транспортное средство. Для записи в отделении ГИБДД, которое расположено в центре госуслуг «Мои документы» на официальном сайте мэра Москвы мос.ру, необходимо в разделе «Услуги» выбрать вкладку «Документы», далее «Личные документы», далее «Запись на прием в центр госуслуг ИОИВ», далее «Госавтоинспекция». Далее выберите нужную услугу, удобный для вас центр госуслуг, дату и время приема. Предварительная запись доступна за 45 календарных дней до возможной даты приема. Можно оформить не более одного обращения в рамках одной услуги. Повторное обращение возможно через сутки после истечения предыдущего. В рамках одного приема можно подать один запрос. Уточните, пожалуйста, я могу вам еще чем-то помочь? Да, смотрите, правильно я... Можете напомнить еще, в Северном округе где находится... Что касается адреса Центра госуслуг Северного административного округа, окружное подразделение, адрес Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 8, торговый центр «Метрополис». «Метрополис». То есть там, вот туда именно машину нужно подвозить, да? Осмотр транспортных средств организован на специально оборудованной площадке парковки «Торговый центр «Метрополис» на 7-м этаже. Отдельный паркинг на 50 мест. Все, это я понял. Так, значит, а какие документы не обязательно? Мы сказали, вот что-то там по желанию. Это какие документы по желанию не нужно предоставлять? В принципе, не обязательно. Государственные регистрационные знаки транзит, если они выдавались? Не выдавались, не нужно, значит. Ага, документы об оплате госпошлины за регистрационные действия, связанные с выдачей регистрационных знаков, свидетельство о регистрации транспортного средства, за внесение изменений, выданный ранее паспорт транспортного средства, предоставлять заявителям по собственной инициативе. А, вот это, то есть выписки вот этой обычной, там, без печати достаточно будет, в которой будет просто номер транспортного средства, да? Вы физическое лицо, соответственно, выписка из ЕГРЮЛ не предоставляется, это только для юридических лиц.
также по собственной инициативе. Ясно. А не подскажете, вот если сейчас записываться, то какая ближайшая запись вот в этом торговом центре? На В какое данном случае число? вы только при записи можете уточнить ближайшую запись, на какую дату А свободна запись. смотрите, просто я слышал, что нужно ставить на учет. Это получается внесение вот этого транспортного средства этой в ПТС является одновременной постановкой на учет ГИБДД. Правильно я понял это? Обратите, пожалуйста, внимание, на момент обращения за услугой полис ОСАГО должен быть оформлен, предоставляется заявителям по собственной инициативе. В данном случае у вас в части регистрации транспортного средства, не состоящего на регистрационном учете. Правильно я поняла? Да. За указанную услугу вы обращаетесь. Да, то есть одновременно и внесение в паспорт, и регистрация, постановка на учет, да, получается у нас. Получить консультацию по данному вопросу вы можете обратиться по телефону дежурной части Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу Москвы. Она доступна круглосуточно по телефону. Запишите, пожалуйста, 8 Не, 4 подождите, я хочу у вас уточнить еще раз. Так, просто я слышал, что нужно ставить на учет в течение 10 дней. А если там очередь будет и в течение 10 дней я не смогу записаться вот в этот торговый центр, то что делать? Также консультация предоставляется по телефону дежурной части ГИБДД, где регистрация производится. Она доступна круглосуточно по телефону 8-495-623-7070 или 102, либо на официальном сайте ГИБДД русскими буквами gibdd.rf. Хорошо, спасибо. Ну, буду тогда дальше ознакомливаться с информацией на сайте. Больше вопросов нет. Спасибо, до свидания. Оставайтесь, пожалуйста, на линии для оценки.